НТС телеканалында ойлоп табуучуларга арналган Челестен программасынын экинчи сезонун. Анын алып баруучусу мен Каныгасан Карай, саламатсыздарбы. Челестен программасы мамлекеттик патент кызматынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Алгач бизнес студияга келген сыноочу топ менен таанышалыңыздар. Сиапат Батырканова, мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондусунун жетекчиси. Жылдыз Караталова, кыргыз орус өнүктүрүү фондусунун өкүлү. Чыңгыз Биназаров, жеке ишкер. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө көптөгөн ойлоп табуучулар бар. Алардын арасында абдан уникалдуу, эч жерде жок жана коомго пайда алып келе турган долбоорлор да бар. Бирок ал долбоорлордун көбүн ишке ашырууда ойлоп табуучулар тарабынан каражат маселеси аксап келет. Биздин максат ошол долбоорлордун арасынан мыкты деп табылганын инвесторлорго жана коомчулукка сунушту. Челестен программасы мамлекеттик патент кызматынын колдоосу менен өтүдү. Анда биз катышуучуларыбызга ийгилик каалап чыгарылышты баштайбыз. Мыкты инновациялык долбоор 2017. Сенде инновациялык идеялар, иштелмелер же долбоорлор бар болсо, анда бул конкурс сен үчүн. Жаратмандарды жана идеялардын ээлерин чакырабыз. Өнөр жай, айыл чарба, медицина, курулуш, маалыматтык технологиялар жана башка багыттар. Өтүнмөлөр 2017 жылдын 15 майына чейин кабыл алынат. Мыкты инновациялык долбоорлорду жана иштелмелерди ишке ашырууга гранттар сунушталат. Толук маалымат www.patentchekit.kg сайтында. Жеңишбек Исакунов, 74 жашта. Сколь областынан келген. Жер жемиштерди куругатуучу аппарат тууралуу кененирээк айтып бермекчи. Саламатсыздарбы. Менин оюмча ар бир кыргыз жараны өзүнүн туулуп өскөн айылынын проблемасы тууралуу тынчсызданса керек. Ошол өңдү мен дагы пенсияга чыгып айылда жашагандан кийин байкадым да. Элде мындай бир проблема бар. Өстүрүп өндүргөн жемиштерин ошону кандай кылып пайда көрөрүн билбей ора болушат. Өткөрчүсүн өткөрөт. Кээ бир учурларда мөндүр же болбосо дагы бир табигаттын шартында ар кандай шарт болуп калганда өткөрө албай калат. Ошол өндүргөн өзүнүн продукциясы пропадайт этип калганда эмне кыларын билбей калышып ошол ирип чирип жоголот да. Ошондон улам мен бир кандай кылып ушуга бир жардам берсем деген ой менен кургаткыч жасагам. Конкретно айтканда мен абрикос кургаткандан баштап көрдүм. Биринчи мурдагы жылы жасадым эле. Ошону кургаткан мына өрүк алмалар элге жагып, анан кошуна колоңдор келген коноктор, бала чакалар баары жактырып калып, ушуну элге жасап бербейсиңерби деп ошентип калган. Анан эми мен жасай албайм, мындай сата албайм, могуну эле көрүп алып жасагыла, консультация берейин, кеңешимди берейин, кандай стандарт менен кургатылыш керек, муну кандай упаковать этиш керек, ошонун баарын карап туруп, изиштетип, жакшыраак сапаттуу кылып, баардык параметрлери азыркы талапка ылайык болгондой кылсын деп ошондой кылып жасадым. Ошону барып мына көрсөңөр болот азыр. Көргөзүп айтып берсем болот, мына могу бир кубтук бийиктиги 1.90 м, туурасы 70 см. Анткени мунун бул размер самый оптимальныйга окшойт. Мына береки размерчи. Себеби чоң жасап койсоң бул эми бытовой. Мына береки сетканын баары нержавейка, тат баспаган темирден жасалган. Баардык санитарный гигиенический нормаларды эске алып туруп жасалган нерсе да. Потребляемый мощностьу мунун 2-3 киловатт. 1.5 анан 3 киловаттык да. Температураны каалаган температурага коюп коесуң. Мисалы курутту 30-40 градуста кургатыш керек экен. Анан мунун ичинде жылуулукту ар жактан тангенциальный вентилятор бар. Ошол үйлөйт. Ошону менен өйдө чыгып анан үстүнөн баягы влажный воздух чыгып кетет. Бул шкафты, ушул кургаткычты жасаш үчүн канча каражат кетти сизде? 30 000 чейин. Эми муну усовершенствовать этип, автоматизировать этип антип мынтсе болот. Эми мунуку азыр достаточно эле терморегулятор коюлган, автоматически баягы берген температураңды ошого жеткенде өчүп калат.
Ошондо 100% Кыргызстанда жасалган экен деп айтса болот экен, да? Эми буйрса ошондойго жетишибиз керек да, аракет кылышыбыз керек баарыбыз. Рахмат. Жер жемиштерди кургатуучу аппарат. Артыкчылыгы эл аралык стандартка ылайыкталган. Тез ысытат, жер жемиштеги витаминдерди жоготпойт. Кемчилиги аягына чейин иштеп чыгуу керек. Автоматташтыруу керек. Анда эмесе кийинки ойлоп табуучубузду кабыл алсак. Филипп Шевченко, ученик 11 класса гимназии номер 61, представит свой проект под названием DirectFly. Здравствуйте, меня зовут Филипп, я ученик 61-й школы, учусь в 11 классе, и хотелось бы представить свой проект DirectFly. Вообще, DirectFly с латинского переводится как прямое скольжение. Почему именно прямое скольжение, сейчас будет понятно. Немножко вступления. Конечно же, главной целью моего проекта было создать устройство, которое может создать карту рельефности дороги в Кыргызстане и на основе этих данных как-то учитывать объем необходимого асфальта для выравнивания дорог. Соответственно, конечно же, это будет карта глубины. Карта глубины делается в данном случае планиметрическая и стереометрическая. Планиметрическая карта глубины делается при помощи инфракрасного дальнометра, который установлен на модуле, и стереометрическая при помощи двух веб-камер. Конечно же, аналоги постройки данной карты, конечно же, есть. Это ручные профилометры и техническое оборудование. Но у них есть один огромный минус. Это локальные значения. То есть эти значения не могут никак обрабатываться какими-нибудь компьютерами или смартфонами. И стоят они на самом деле от 7000 сомов. Возможности глобальных значений, по-моему, очевидны. Мы можем обрабатывать эти данные как с моего компьютера, так и с компьютера абсолютно любого пользователя, который будет их иметь. Соответственно, я сделал модуль, который делает эти значения глобальными. Стереометрическая карта глубины сделана на основе алгоритма DFMAP, что переводится просто как карта глубины. В ней есть определенная формула и константы, которые я записал в свой программный код и обрабатываю через компьютер. Сейчас я вам хочу показать, как примерно работает программа, и ее сфотографировать при помощи двух веб-камер. Мы получим два исходных изображения, которые можно будет интегрировать в одно. Это одно исходное данное изображение и будет картой глубины. Выглядит оно примерно так. На самом деле не очень понятно, что это такое, но сейчас я поясню. У каждого пикселя есть своя глубина. На основе этих данных мы находим ту местность, объем которой нужно будет рассчитать. Вот, к примеру, если навести мышкой на какой-нибудь пиксель, мы увидим здесь значение, то есть значение это 110. Это означает, что от веб-камер до вот этой вот дороги было 110 сантиметров. Если перевести, там было 104, значение 104, и тем самым мы видим, что программа работает стабильно. Что касается планиметрической карты глубины, нужна для того, чтобы знать местность на стереометрии, которую нужно будет обработать. Планиметрическая карта глубины строится примерно так. На машинке установлен датчик, который меряет расстояние от себя до поверхности, от которой отражается инфракрасный луч. Это работает примерно так. Когда машина стоит, карта не записывает каких-то явных впадин, углублений, рельефа и так далее. Когда мы начинаем двигать машину, то карта уже показывает, что эта местность неровная. Да, вот. Ну, вот примерно вот так вот получилось. Это вот здесь вот было примерно. И выводят все на экран. То есть примерно вот так вот выглядит вот эта вот дорога в планиметрии. С этими данными мы можем работать
И как происходит расчет объема? Мы дифференцируем изображение и получая каждый пиксель. У каждого пикселя, как я уже говорил, есть глубина. Складывая эти значения, мы и получаем нужное значение. Насчет актуальности, хотелось бы сказать пару слов. В Бишкеке есть много участков дорог, которые подлежат ремонту. И муниципальные власти, которые занимаются этим, могут как-то попросить у властей или у мэрии определенное количество денег для покупки асфальта и кладки его на дорогу. Но все это может быть слишком завышено, то есть цена может быть завышенной. А мои данные говорят о том, что есть определенный объем, и он стоит примерно столько. То есть никакого воровства из казны, если можно так сказать, не будет. Конечно же, так скажем, применение этого проекта не только в том, чтобы рассчитывать нужный объем, но и для постройки триангуляции местности или расчета углов. Все это понадобится геодезистам, там, строителям и так далее. А вот строительство вот такой машиночки, ну, вот такого более такого масштабного уровня, во сколько бы это обошлось? Я имитировал движение машины. Этот модуль отсоединяется и присоединяется на обычную машину. Соответственно, когда машина едет, строится карта, передаются данные абсолютно без проводов на какой-нибудь ваш смартфон или компьютер, который способен компилировать Python. Это язык программирования. И, соответственно, это работает примерно так. То есть вы едете на машине, а карта строится вне зависимости от того, то что вы делаете. Строительство специальной машины нет необходимости. Нет, на обычной. То есть, значит, как приблизительно, судя по твоим словам, внедрение вот этой технологии, то есть не должно быть никаких проблем. То есть должно быть просто желание, и все, можно внедрить эту систему. Конечно. Это замечательная идея. Затраты для ямочного ремонта или вообще для асфальтового покрытия вообще? Вот это вот хороший вопрос. Сейчас для ямочного, потому что, конечно же, у дороги может быть какая-то неровность в виде бугра, которая отличается от общего уровня. Вот этого вот машина сейчас измерить не может, но все это будет в будущем дорабатываться. Поэтому только для углублений. То есть она вообще для общей кладки асфальта, для нового покрытия, да, рассчитана? Вот да, это? Для абсолютно нового покрытия. То есть, грубо говоря, это может быть таким контрольным экспертным аппаратом для измерения качества работы? Не только для измерения качества работы. Ну, нет, потребности я имею в виду. И для примерной оценки стоимости этой работы. А для строителей как это может пригодиться? Как я уже говорил, оно может измерять расстояние от этого модуля до какого-то определенного объекта. Филипп, два вопроса. Сколько стоит это? Стоимость всей установки в районе 2000 сом. Спасибо, успехов спасибо, вам. Успехов, да. Спасибо. Молодец. DirectSlide. Плюсы. Стоимость доступная. Необходима для нашей страны. Можно установить на любой автомобиль. Минусы. Механизм недоработан. Урматту телегручилер, бүгінгі чарылыштың ақырқы қатшу үшісін чақырып алауыз. Тунук Эсенкулов, 18 жашта. Бишкек шаарынын тургуну. Өзү ойлоп тапкан таштандыларды тазалоочу техниканы сунушту. Саламатсыздарбы, менин атым Эсенкулов Тунук. Жана сиздерге бүгүн өзүм ойлоп табамды көрсөтүп кетейин деп келдим. Бул робот калдыктарды тазалайт. Жана кандай айтсам, Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө проблеманы бир аз болсо да азайтуу үчүн жасалган. Бул көчөдө азыркыга чейин баардыгы сыпырга колдонушат да, башка өнүккөн чет өлкөлөрдө деле сыпырга колдонушат да. Бул роботтун жардамы менен бул кандай айтсам азыр көчөнү сыпырышканда көчөнү сыпырып анын калдыктарын үйүп коюшат да өзүнчөчү. Аны үйгөндө өзүнчө КАМАЗ келип аны алып кетет да, аны да күрөк менен салып сөзсүз бир 4-5 киши келип анын кандай айтсам бир 2-3 операциядан турат да. Бул болсо, бул роботтун жардамы менен бул болсо шыр алат, анан калдыктардын өзүн салат. Анан жана бул майда эле калдык эмес, чоң бакалышканын размерине чейин мусорлорду тазалай алат да. Жана
Бұны жасауға бір ай кетті уақыт. Бұны жоғылтуға бір ай кетті адам ұрын. Әме аналықтарын қараштырып, басқа өлкеде қолдан атқандарды таппадым. Тапсанда плесос шығып тұр. Плесос ал майдат жаңындар тілі сорылаткенде. Бұл осы щеткаларынан зәлісті. Щеткалар қаншалы чоң болса, осын чоң қалдықтарды алылатты. Жаңа істерге іштеген көрсетті. Ова, албетте іштетіп көрсе. Емелен көрсе. Бұл екі дөңгілік қарқылу, бұл алдыға, жаңа атқа тайлат, а бұл үшінші дөңгілігі тұрап тұратты. Тайсы жақтарса, осы тарапқа бұрылып тұрат. Жаңа бұл үшетке чоң қалдықтар тазыланайын, чаң қалдықта. Чаңды осы ішінде атайын плесос бар, бұл плесос алып, артқа шығарып, ауан шығарып, ішінде чаң қалдықта. Чаңында тазылай. Жаңа бұл жерінде атайын өзінің ешігі бар, бүт қалдықтар бұл жаққа салу олады. Аналшады. Бұның назыры толық бүтелік болшын бұл ғанайсам. Arduino деген атайын емі олды. Программа жастырам платач. Аға, месалы, үйдің чертежтерін, көчен тазылай тұран жердің чертежтерін кіргізіп, компьютер арқылы кіргізсе, бұл уақыт сатын айтып қойса, бұл дайыма өзінің малында бар, тазылап алып келеді қалдықтар. Жаңа іштесінің көрсі қой. Пенопластан мындай темирлер тазалай алады. Мұның көлемі қандай, ұшындай ма? Бұдан да чоң. Чоңырақ, ә? Чоң болады. Тұнық, бұның ғанда іштеу принципі жаңағы чаң сорғучты құндай әлекенде, е? Бұл чаң, ал чаң майда чаң дәлі сорғылатта. А бұл, мысал, мұнда бір ама қаншалық чоң болса, ошан чоң. Қуаттылығы күштіруі әкен, андықтан орырақ чоңырақ осарды сорғатып. Бізден советский магистральден баштап тұр, Белинский кешен ұшында жинай тұрға машина керек бізге. Жоқ, үш требование керек болды. Бірінші деген машина айвай шумы екен, бұның шумын азайтыш керек. Екіншісі, бұның солнечный батарея да жасаш керек. Бұл өзінің неме ғылтыр питания батарея ғылыны. Екіншісі, и үшіншісі, қанша уақытта, қанша көлемді, қанша бюджетіне жасап берес, деп сізге сұра қойам. Ұшыл сұраға шашпай, өл оныып, кейіншілік қалар беріңіз бізге. Сөз-сөз. Бұл нәрсе келеді, бұл нәрсе болады бізде. Анан башқа жерден алып келгендің орнына, ұшыл жерде сізде оған мұқты жігіттер болса, анан ұшыл нәрселерді жасай алсаңыз, албетте анда жаңы, қандай десем, жаңы муындарын предприниматель, жаңы бизнес қылып, елге де шарт түзіп, аны есеуінде өзіңіз телімді бизнес қылсаңыз болды өне. Бұл роботы интернет арқылы дүле әметсе өтті, башқар сол өтті мұны? Ой, интернет арқылы Arduino программа жастырып қойсы өте жана. Алдында камера тұрат, ал мысал, алдына тазылатқан жерден кеші еде бір препятсия тұрып қаласа, бұл тұрыңыз жүздеп сұран, бір 5 мүн көтен сұрайды, аны өтпесе өзінің жаңы программа жасылып қаттындай. Аны өткөтті үш, айдап өткөтті. Машинелер 5 жылы оғандықтан алысы, ашылыш жалыс жерлерінде резина тұратты, анан кейін мен де андай қойып жасайлам. Глушитель керек де. Глушитель. Понятно. Азаматсыз. Рахмат жол. Рахмат. Сіреда рахмат. Рахмат. Таштандыларды жинаушы техника. Артықшылығы. Таштандылардың көлемін таңдавайт, уақытты үнемдейт, бір ғана кеші башқаруға мүмкін. Кемчілігі үні қату шығады. Күн энергиясыменен іштету керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, үч ойлоп табуучунун долбоорлоруна бирге күү болду. Эми жыйынтык чыгаруу мезгили да келип жетти. Кайсы долбоор экинчи турга жолдомо алууга мүмкүнчүлүк ала алат? Кимдин ойлоп табуусу уникалдуу? Сөз кезеги сыночутоп сиздерде. Ну что, уважаемые коллеги, настал момент сделать выбор.
И сейчас мы с вами должны определить претендента, который пройдет во второй тур. Это может быть не только один проект, если вам очень нравится, это может быть и два проекта, но в практике обычно мы выбираем один. Вот поэтому слово вам. Спасибо, спасибо. На самом деле все три проекта сегодня были очень интересные, все они поразили. Первый проект Жеңишбека Исакунова по сушильному аппарату, это был очень актуальный проект, который, я думаю, и без этого конкурса, в принципе, уже надо запускать, и он должен работать. Проект Филиппа Шевченко по работе с дорогами, так скажем, да, direct slide, это тоже очень актуальный проект, который нужно, необходимо немного доработать, затем внедрить в наши госорганы и предложить всем участникам, и этот проект найдет свое будущее. То есть, и третий, Тунух, он по духу близок ко мне, так как моя цель тоже сделать город очень чистым, очень красивым, чтобы было уютно и красиво, поэтому я бы дал бы возможность пройти в следующий тур этим двум проектам, то есть проекту Филиппу Шевченко и проекту Туну. То есть, чтобы мы... Я хочу, чтобы город был красивым и чистым, и были красивые, ровные дороги. Спасибо. Чилдыза, вы что скажете? Ну, я тоже присоединяюсь к сказанному, в том плане, что все три проекта очень интересные. На мой взгляд, вот первый проект Жеңишбека Исакунова, он является очень актуальным, и вот его просто можно запускать, потому что средняя цена сушильных аппаратов, если мы это будем импортировать, то это в районе от 3 до 5 тысяч долларов. Значит, если каждая семья может себе это закупить, я думаю, что можно было бы, то есть можно было бы поставить тот объем, который мог бы идти на экспорт. То есть мы, как фонд развития, поддерживающие экспорт-ориентированные предприятия. Вот, честно говоря, мне хотелось бы за этот проект проголосовать. Но вот я согласна с тем, что вот Direct Slide от Шевченко Филиппа тоже достаточно интересный. Я думаю, что у него тоже есть потенциал, тоже хотелось бы его тоже поддержать. И вот Тунук, то, что подготовил для мусора, для уборки мусора, тоже проект достаточно интересный. Тоже можно было бы его поддержать, но тут требуется очень такая вот серьезная инженерная доработка. И здесь в зависимости от того, какие цели преследует сама передача, поддержка финансовая, самостоятельность и так далее, то есть дальнейшая применимость, то от этого и примем решение, я думаю. Спасибо большое, Джилдес. Ну, я со своей стороны хочу сказать, что заметили все, с каждым разом все больше проектов, вот сегодняшние все три проекта направлены на решение экономических проблем страны. Вот вы только что отметили, что доля экспорта сухофруктов занимает 3% всего более лишь, да, более 3%, да, это очень мало, а потенциал у нас большой. И я тоже за чистый город, поверьте мне, тоже очень хотелось бы, чтобы у нас было чисто, красиво и экологически комфортно для проживания, но мне, вот по-моему, если брать сушильный шкаф, он не нов, как правило, уже эта идея давно внедрена, есть, но она решает экономически большие проблемы населения, особенно вот из Кульской области, вообще сельской местности, и действительно необходимо каждой семье, если вдруг кому-то понравится и найдется инвестор, который бы его мог производить массовым, это было бы замечательно. Поэтому я поддержала бы, да, Жеңишбека Исакунова тоже. И также Филипп Шевченко, работа тоже замечательная. Она, опять же, дает возможность не просто тотального контроля, это и тогда... антикоррупционная борьба сегодняшняя, может быть, и станет намного легче вообще, и доказать не надо, все просчитано компьютерами абсолютно точно, и расходы снизятся и так далее. Все три проекта требуют еще доработки, но во второй тур вот я бы отдала свой голос Жеңишбеку Исакунову и Филиппу Шевченко. И тогда мы, простите, Чингис, большинством вместе с Джилдыз во второй тур проходит Жеңишбек Исакунов с сушильным шкафом и Филипп Шевченко с проектом Direct Slide.
Пожелаем им успехов и до новых встреч. Спасибо. Лучший инновационный проект 2017. Если у тебя есть инновационные идеи, разработки или проекты, то этот конкурс для тебя. Приглашаем разработчиков и собственников идей. Промышленность, сельское хозяйство, медицина, строительство, информационные технологии и другие направления. Заявки принимаются до 15 мая 2017 года. Лучшим инновационным проектам и разработкам будут предложены гранты на реализацию. Подробности на сайте www.patent.kg. Бүгүнкү жеңип чыккан ойлоптоо учурду куттуктайбыз. Эмки эфирде дагы 3 катышуучубузду күтөбүз. Программага катышууну каалаган ойлоптоо учурларды активдүү катышууга чакырып өтмөкчүбүз. Ошондой эле кызыктуу долбоорду колдойм деген демөөрчүлөрдү да кызматташууга чакырабыз. Сурап билүү телефону 0558 32 47 77. Кийинки программада жолугушканча сак саламат болуңуздар. We'll be right back.